Всем привет, с вами Артём, и мы продолжаем прохождение игры Kingdom of Amalur. Так, наконец-таки добрался до игры. У меня не было две недели, я не мог записывать, потому что у меня были дела. Так, и короче, что у нас? У нас тут яд, это плохо. Так, приемы, статус, это не то. Камни знания, это не то, эффекты. Сопротивление от огню и... Всё. Ничего страшного нет. Мы находимся вот здесь. Где? Где мы находимся? Я не вижу. Я не вижу, где мы. Так. Мы где-то в хижине охотника. Это не то. Вот, мы здесь. Да, точно. Тут задание. Квестик один откуда-то. Не знаю, почему он здесь есть. Странно, его вроде не должно было быть, но вот он. Спасибо, наконец. Архас говорил, что если бы не ты, я бы не выжила. Я не привыкла к таким травмам. Обычно я могу себя... Ну так, мне уже точно не хочется снова страдать. Ага. Так, я убью молотильщика. Я бы не была так уверена. Одолеть его не так-то и просто. А по правде говоря, хотя через Ши стало бы куда приятнее, зная, что ты это сделал, только прошу тебя, имея в виду, что радость, с которой бы я узнал о смерти этого чудовища, ну короче, я не боюсь его. Если хочешь сразиться с ним, я скажу, где его видел его. Но будь предельно осторожен, я не хочу, чтобы он навредил тебе. Он напал на меня в восточной части Ши. Хорошо. Без проблем, чувак. Так, давайте посмотрим, я не помню. Я хотел поиграть, но у меня там были проблемки кое-какие, я не мог поиграть. Да, так, мы что продали вообще? Так, у нас это... О, у нас взрывающихся хреней нету даже. У нас даже нет взрывающихся кристаллов, вообще прекрасно. Да, проблемки были с загрузками, потому что я кое-что качал, и все подряд, и там вообще жесть была. Так, ну да, сейчас пробежимся по квестикам, по ближайшим. Посмотрим, что почем, зачем, куда и как. А, я карту открыл, точно, сейчас я покажу. Если у меня загрузится, конечно. О, наконец. Так, я, короче, карту открыл, карту местности. Вот здесь, да. Я вот здесь все зачистил, пробежался. Так, нам чумной богард. Что? Стоп, а где молотильщик? Отыскать Турина, а где молотильщик? Не понял. Задание. Ну и где она? Так, отыскать Турина. Это мы сейчас... Найди сокровище. Это мы потом. Компоненты. Убить молотильщика. Так. А, понятно. Ладно, погнали. А что здесь молотильщик делает? Ну, в смысле, он не должен быть здесь? Это ж молотильщик, а молотильщики вроде здесь не обитают. Так, опять эти эльфы, но от них нам все равно толку ноль. Надо посмотреть еще из-за глюка с загрузкой. Может, сундуки некоторые заново отспавнились. Но на карте я их не вижу, в принципе, здесь, ну, я карты подзачистил так слегка, чтобы как раз ничего не спавнилось и так далее, потом подобное. А зачем я это собираю? У меня тут 999 штук. Этого достаточно много, а вот того, что надо, нифига нет. Так, они как раз у камней сидят. Все, я понял. Но я не помню, кстати, этого квеста. Ну, потому что после того, как я ушел из этого места, я сюда не возвращался. А, молотильщик это этот? Я думал... Сейчас тихо. Не страшно. Главное не дать ему зарыться. Ну вот и все. Я сказал, главное не дать ему зарыться. Так. Сравним. Фигня. Фигня. Ну и рукоятка нам нужна. Все, как бы. Да? О, там еще что-то валяется.
И как бы все. Можем теперь тэпнуться через карту мира. Вот сюда. И все. Как бы квест выполнен. Я думал, молодильщики это эти. Чуваки со здоровыми кувалдами. Как оказалось, нет. Как оказалось, это не молотильщики. Мы сейчас быстренько с квестики скинем все. Турину там поможем и всем остальным. Да уж, силу пожалуй, так монстр победить непросто. Прошу, возьми эту награду. Спасибо. Спасибо за награду. Так, и мы тэпаемся Турина искать. Да? Да. Фух, я не помню, есть там место, где его найти можно или нет. Так. Карта местности. Нам бы вот сюда как-то. Карта мира. А, это вот... Во, вот сюда давай тэпнемся. Наверное, я правильно тэпаюсь. И мне прям идеально будет там сбегать и забрать Турина. Сейчас посмотрим. Главное, карту вовремя прожать, потому что сейчас монстр полез со всех сторон стопудово. О, мы прям рядом с Турином. Прекрасно. Вообще. Да, я тут карту открыл. Тут... Ой. Расхитить... Что? Растительные компоненты? Оу, там еще какой-то квест впереди. Да, тут локат... А, тут монстры были, волки были. Ну, волки мне, конечно, нипочем. Потому что это всего лишь волки, а это я. Так, да, вот мы Турина нашли. Найдите Турина. Вот и Турин наш. Так, пойдемте за компонентами сбегаем. Если нас не тэпнут ни в какую локацию, то можем их забрать. Да, здесь я сундуки потыбзил. Подожди, мне реально тэпают в локацию в другую? Равнины? Ну-ка. А, ну-ка давай сбегаем. Может нам новую локацию откроют? Ну, кстати, вот этого замка я... Здание я не помню. Такого вот, что там... А, это колон... Стоп, нет, колон я тоже не помню. Я думаю, это где вот эти вот... ну, гиганты. Ну, у нас есть там локация, но я не помню там такого здания. Так. Ух ты, новые равнины. Так, я хочу два сундука тут забрать сразу. Ну, а посмотреть, кстати, как раз какой уровень снаряжения и стоит ли нам сюда прям так резко бежать. Так, сейчас еще вот тут вот что у нас. Так, ну эти, в принципе, это он колышет вовсю. Так, золото, шмолото, давай сюда подбежим, посмотрим, что у нас тут. Я не помню, бегал я здесь или нет, но локация это у нас типа вот она, да, карта местности. Давайте до зданий добежим, до первых, чтобы если что я мог сюда тэпнуться, потому что я все равно к воротам тэпнуться не смогу. Так у нас уже будет хотя бы телепорт. Хотя бы телепорт. И здесь, как вы видите, очень дико дофига растений, причем очень нужных мне. Так, я его не подобрал. Прекрасно. То, что мне надо, я не подбираю, то, что не надо, подбираю. А, это могила. Интересно, будут новые монстры? Но квест мы пока брать не будем. Я хочу в деревню забежать чисто. Все, открыт новая область. Это хорошо. Так. О, растительные компоненты здесь. О, давайте соберем. Ну, это не собирать, надо это вроде высаживать. Здрасте, здрасте. Может у них лекарь? У них лекарь есть. Сейчас мы обязательно зайдем к лекарю. Лекарь, нужен лекарь. Ну, потому что мне это отрава, и я не хочу с ней бегать. Она меня уже конкретно так выбешивает. А дверь-то где? Тут много чего разведывать надо. Ну, побегаем, посмотрим. Обязательно. Я эту локацию не помню. Я вроде вот сюда не проходил. Я вроде пески. Я в пески ходил, а сюда я что-то как-то это... Может, краем глаза? Даже не краем глаза. Так, у нас есть квест, и у нас есть... Эй, а где?
Мы знаем, где это можно продать. Так. Ну, это нам не надо пока что. Так как они места не занимают, а если создать именно из них кристаллы, тогда они будут занимать место. Так, ты мне квест, да? Если хочешь что-нибудь купить, поговори с Аспиком. Так, ладно, окей. Я пытаюсь ему помочь, а он запретил мне трогать... Ага, ясно. Лечи меня. Все, спасибо. Так, я могу чем-нибудь помочь? А, ну если ты сможешь исправить мою ошибку, возможно, Аспик... снова разрешит мне лечить, наверное. Так, на днях я уже сказал несколько... Похоже, ни один из покупателей пока еще ничего не заметил. Может быть, удастся забрать у них эти счета. Ага. Короче, воровать. Хорошо. Так, ох, спасибо. Всего было 5 чеков. 4 для местных жителей, а 5 странствующему торговцу пообещал доставить в крепость. А когда найдешь его, принеси их мне. Ой, и не говори об этом Аскелю. Аскель. Короче, она что-то там с рецептами нахимичила и валя. С чеками. И надо, короче, их это украсть. Но мы не будем этим заниматься сейчас, в данный момент, потому что это новая локация. Если я сейчас сюда залезу, тут и заданий много, и всего много. Мы сюда с головой уйдем просто и все. Так, я вообще хочу по броне посмотреть. На броня выпало 103, 137. Так, ну такое себе, если честно. Штаны тоже так себе. Щит. Да щит тоже так себе. Так, по оружию что у нас там выпало? У нас чекромет выпал новый. Ну, у нас топовина много. Так, аксессуары даже выпали какие-то. Сопротивление магии. Способности магии, точнее. Плюс один, ну такое себе. Так, да, тут куча квестов, и локация, я так понимаю, огромная. Ну, судя по тому, что вон, угу. Мы вообще вот сюда идем, к мосту. Останки сейчас покажем, типа, вот, мы его нашли, пожалуйста, бери. Только я не помню, мне к мосту надо именно или в другую локацию. Мне, ну, то есть, мост, но не сам мост. Сейчас поймете. Так, давай. Так, карта местности. А, не, мне... Ну, я и говорю, мне вон туда наверх надо залезть. Мне надо наверх залезть. Все. Давайте вот тут, наверное, бежим. Тут еще что-то есть ведь. А, ну это травы. Почему-то он там именно травы показывает, непонятно. Но там. Да, можно же вот тут пробежать. О! Черт. Ой, это откуда прибежал? Попасть умудряешься. Ну все. На изи буквально. Блин, из 4 только у одного какая-то хрень. И то какая-то хрень. Обида. Обида. Маленькая обида. Так, вот этих надо валить, гоблина. Ой, он к ней побежал. Надо его завалить быстрее. На кого ты выпендрил? О, еще один ко мне бежит. Подожди. Это не гоблин, это медведь. А там кто? А там гоблин. Медведь. Медведь ничего не дал. Обидно. Давай квест тебе сдадим. Level up. Поверь, не могу, что Турин мертв. Уходит на это... Так, спасибо, что, короче, рассказал мне. Окей. А, тут еще 3 квеста. Давайте их возьмем. Я не помню, они вроде в этой локации будут или нет. Так. У нас задание и квесты. Слушайте, ну мы кузнечное дело можем вкачать на максимум.
Также можем обнаружение подпрокачивать. У нас теперь 16 уровень. Подтвердить. 17 силы. Ловкость надо вроде как. Так, вот это вот докачаем до шестерочки. Это мы взяли. Ё-моёшеньки. Так, следующий уровень. Это не то. Кинжалы. Да, пассивка. Ед физ урона. Мы кинжалами атакуем периодически. Либо вот, разблокирует скрытность. Так, 10 критического урона, если вы действуете в режиме скрытности. То есть урон в скрытном режиме увеличится. То есть мы сможем выносить очень сильных противников очень легко. Подтвердить. Так, и нам карта новая доступна. Вот она, смотрите. Один сопротивление любому урону. Так, стоп. Тут у нас 5 сопротивления урона, здесь 7 и 5 вероятности крита удара. Так, погнали за квестами. Да? Правильно, правильно. Ой, ёб твою за ногу. О, они, смотри, зелененькие, значит слабые уже. Как ты, я отпрыгнул. О, паника. Чувак, не паникуй, все нормально. А там он ящик, кстати, смотрите. Там ящик открытый. Я его как бы, ну, должен был забрать, а почему вот он здесь открыт? Ну, то есть почему он здесь вообще есть, я не понимаю. Я, по идее, его собирал 100%. Потому что я этой дорогой бегал. Так, а здесь мадам какая-то сидит. Ух, ё-моё. А, это паутина, все нормально. Так, привет. Все пропало. Торин потерялся. Джедаша ушла. Аорин превратился в антилу. Что? Антилопу? Так, Орейн зашел в кусты, потом оттуда резко... так раздался крик, вспышка света, потом оттуда вылетела антилопа. Бабушка рассказывала мне об этих местах, о том, что светлячки занимают... Так, заменяют душу, что? Я знаю, что именно это и случилось с Орейном, но догнать я его не могу. Я тебе помогу. Спасибо, не знаю, что бы я без тебя делала. А антилопа, ну, то есть Орейн, она убежала на север к развалинам. Вы должны его найти. На север к развалинам? Ну, пойдем. Блин, тут эти здоровяки, надо их валить, короче, срочно. И они причем с кристальными этими пушками. Привет, пацаны. Так, вон он еще один бежит. Давай быстрее. Давай, давай, давай. 75, черт. Ну хотя бы 75. Так, давай благословение активируем. Смерти. Блин, не успеваю я. Чакромет поврежден, черт. Надо быстрее. Слушайте, они какие-то более бронированные. Они какие-то более бронированные. Так. О, я броню сломал. Подожди, в смысле? А почему у меня брони нет? Почему у меня броня исчезла? Подожди, что за прикол? Где моя броня? Почему она с меня слезла? Ты что, дурачок? Не делай так больше. Ты меня пугаешь. И щита нету. Что за прикол? Я какую-то кнопку, что ли, нажал? Не снять. А. Что за прикол? Почему у меня броня слезла? У меня ремкомплекты есть. Давай, чинить все. Откуда у меня рваная рубашка и вот это? Что за прикол? Откуда у меня эта броня? Она мне автоматом дается. А, я вспомнил. Короче, она мне дается автоматом, когда мы этот... о, души, нифига себе. Она дается автоматом, когда мы теряем броню. То есть, если мы абсолютно без брони, то нам дается автоматом вот это. Это я помню. Ну, с хрена ли она мне далась сейчас, я не понял. Почему у меня броня снялась? Among echoes of golden coasts and silver seas, Lyria drew near. She saw the priestess asleep. Reclined on dark earth amidst the cypress trees. Under the gleam of heaven's dusk reflected,
Да, тут, я тут не бегаю. Почему-то кто-то крыт, непонятно. Иди сюда. У него и кровотечение. There will your people be closest to my voice. And so awoke Beala Tirin, the calm and majestic, to see the cliffs against the coast, and Lyria's throne before her. Так, я не помню, чтобы я тут бегал реально. Еще 33%, давай. Ё-моё, сколько я отмычек потратил ради вонючих клинков. А, здесь сидит он как раз, вот в клетке. Привет. Прошу, открой клетку. Орейн. Йолуны наелись, антилопы, только не нравится мне так. Ага, значит, в антилопы ты не превратился? Конечно нет, как можно было в это поверить? Мне просто нужно было повод сбежать от нее, а Марта слишком ко мне привязалась. Несчастье, я натолкнулся на кучу йотунов. Можешь помочь мне выбраться? Я тебя выпущу. А как же Марта? Милая девушка, но она рассчитывает на большее, чем я могу ей дать. Она постоянно нудит о сказках, которые я рассказывал бабушке. Так, не понимаешь, что? Короче, понятно. Окей, я тебе выпущу. Спасибо, я тебе долгу. У меня еще только одна просьба, не говори Марте, что ты меня видел. Ага, ладно, это уже мы решим сами. Короче, да, все, к Марте теперь бежать. Так, нам не сюда, нам вон туда. Ну, в принципе, такой. Я не помню, чтобы я по такому бегал. Потому что я помню клетку, но я не в этом прохождении, а в том я тут бегал. Но клетку я помню. Соврём ему? Ей. Что случилось? Да, у вас на лице написано. Вы нашли Орена? Так, отправляйтесь домой. Он не был антилопой. Его съели йотуны. Нет, не может быть. Мы должны были пожениться. Родители сказали, что мы можем жить у них, а папа возьмет Орена на работу. Что же мне теперь делать? Да и ладно, чё. Не страшно. Ну ладно. Так, нам сюда теперь. А вот еще один квест, да? Так, и все? Походу, да. Ну ладно. Шкала, кстати, нам надо... Я не помню, есть ли какие-то предметы, которые будут нам помогать заполнять шкалу. Хотя мы могли бы сказать, что, типа, так и сяк, обкосяк, ты ему не нужна? Прыжок веры. По паучьим тропам бежим. О, медведи. Твой друган только что от яда отъехал. Ты все равно на меня выпендриваешься. У них вроде, я не помню, там то ли из-за уровня зависит или от чего. А что трава не показывается на карте? Странно. То ли собрано мясо? Что? Семя собрано? В смысле? Странно. Короче, не помню из-за уровня или из-за чего, но там, короче, будет такой момент, что можно будет... О, даже растение еще не выросло. Можно будет, короче, их ваншоты противника, он... Короче, они будут убегать. Во. То есть они им еще побегать придется. Будет такой момент, вроде как, если мне память не изменяет, если я про ту игру думаю, то тут будет такой момент. Так, привет. Ты вроде не сидишь за скалой, да? Ну, то есть не нычка там сзади. Время почти пришло, близнецы. Цветение, однако я боюсь, что ничего не случится. Ни обряда, ни цветения, ни радости. Печалька. Что такое цветение? О, это же самое прекрасное и удивительное явление. Оно нет, это невозможно описать. Оно, увы, ему не быть. Бадерил не вернулся, а значит, его роль некому сыграть. Я просил смертную деву о помощи, но она отказалась. Печаль охватила меня. Я тебе помогу. Так, я ликую. Первая задача, Бадерил, то есть твоя... собрать семена. Так, это такие особые семена, ты найдешь их повсюду в лесу. Когда соберешь их, найди меня. А, короче, это семена. Так, надо пробежаться вниз. Промахнулся. Так, первые семена где-то вон там находятся, да.
Это вот этот вот, короче, орешек, который мы нашли. Ой, тут трупаки наши. Кстати, я вот в эту сторону-то не бегал. А, бегал, все нормально. Как они легко раскладываются. Даже медведя умудрились залутать. Да, тут я бегал, это я помню. Так, как, а нам вон туда, вон. Глупая ленинка. Давай, давай, давай. Ой, там здоровяк стоит. Ё-моё, а чё, я не могу тебя залутать-то? Ну ладно, иди, отдай мне мою семечку. Вообще уже оборзел. 78 опыта? Чё так мало-то? Или на 16 уровне реально так мало дают опыта? Да, тут еще вон прокачка у нас где-то есть. Где мы вообще? Мы вот... Нет, мы не здесь. Мы вот здесь, а тут прокачка. Но я не помню, я, короче, не могу вернуться к Оздену. А, к Оздену вернуться? В смысле? А мне типа семечка одна надо было найти и все? Так, а мы тут пройдем? А мы тут и пройдем как раз. К Оздену. А, мы же одно нашли, точно, случайно. Тупо случайно нашли одну семечку. Ой, ребят стоят. Давайте мы устроим секирбашка. Кстати, по поводу секирбашки. Основное оружие. Это... Нет? Да, вспомогательное. То есть, мы пока даже лучше не нашли. Что у нас по броне? Мы там выбили парочку. Опа! Берем. 173-154. Естественно, берем. Так. Перчаток нету. Штанов нету. Ботинки фуфло. Щиты фуфло. Аксессуары. Ну, тут тоже ничего интересного. Расходники нет. Предметы нет. Это все нам не надо. Давай, сейчас мы тебя ваншотнем. 4К просто. Это меня даже не спалил. Потом. Тихо. Вот скрытный урон реально надо прокачать сильнее, чтобы вот так вот им лещей выдавать. Вот-вот, видите? Ну то есть нам даже драться не надо. Совсем. Сейчас мешок подберу. 205 монет. И, кстати, он валяется именно так, как будто я кого-то здесь убил. Из него выпал мешок. Вон еще мешок валяется вдалеке. Из кого-то, ну, из него выпал мешок, а я его тупо не подобрал. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ру-ту-ру-ру-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Да, 78 опыта, это маловато, конечно. Все, мы счастливы и рады и бежим на квест. Короче, танец цветов, я не помню, что это, но... Такой квест я должен был быть, потому что эту локацию я 100% зачищал. И у нас опять лес фей какой-то. Ой, опять эти леса феи. Так, что там у нас, цветочки? Сейчас опять яд, кислота, огонь. А, нет, тут нет пауков, значит, и кислоты с ядом не будет. Как ярко, а? Просто вот прям жесть. Ну и мин здесь, кстати. А, подожди, а это мирная, что ли, локация? Ну, я бы не сказал, что это мирная локация, но... Более-менее тут мирно. Хотя я думаю, ну да, монстр тут все же есть. Это тупиковая, да? Ну, давай зачистим монстров, чё. Псины, привет. А, это не тупиковая. Подходи кто на новенького. Ну, я вас предупреждал. Подходи кто на новенького, вы все подошли. Ой-ой-ой, там броня какая-то, ну-ка. Подожди, в смысле у меня вес фул? Не понял, подожди, в смысле? Так, ну давай тогда сделаем вот так вот хотя бы. Теперь место освободилось на одну ячейку. Жесть. Как я так инвентарь себе успел засрать?
Придется сейчас опять продавать. Не, у нас место открыто, мы можем сейчас свалить отсюда. Так, в общем, сейчас быстро тэпнусь, продам все и вернусь. Потому что, ну, инвентарь фул, а как бы бегать тут еще придется много. Ну что ж, я все продал. Что-то разобрал, что-то продал. Теперь можно спокойно пообщаться с этим дурачком. Так, семена Крисавы, все до единицы, восхитительно. Так, пока я готовлюсь к своей части обряда, посади семена по одной. Короче, окей. Откуда у меня столько семян? Вау, это мы их находили во всех местах, точно, я помню. Ну, помните, мы в каждом там, у каждого обелиска ходили по одному этому. Теперь встань на середину площади, и мы начнем. Главное, чтобы... Опа. Начали, спасибо. Сейчас тут разложит. А ты что стоишь, не помогаешь? Подожди, или ты меня реально собираешься убить? Тебе не кажется, что ты мне мог помочь? Ой, еще один. Спасибо. Что? Почему ж ты здесь? Это нарушение обряда. Светлячки должны были тебя убить тебя. Как больно. А что ты? Они же все погибли от твоей руки. Ах ты сволочь. Ты хотел моей смерти? Мы решили, что Бадерилом будешь ты. А потому что ты... Так, ага. Цветы погибли, но все же они расцвели. Твою роль еще может доиграть другие... Ага. Жопа тебе, чувак. Тебе жопа, серьезно. Надо добивать их быстрей. А пофиг, кого-нибудь одного добьем и все. Давай. 75, черт. Глаза так светятся, прикольно. Все, а ты как делал? Хотел. Самоцвет мы с него получили. Ножи. Души. Яд. Так, все что ли? Такая куча трупов просто и такая хрень полная. Так, стоп, карта местности. А, это тупиковая. Стоп, подожди, а как мне туда попасть? Че за прикол? Типа... Цветение, задание выполнено. А, вот тут проход, я просто его не заметил. Ну, давай сходим, кружок намотаем. Нам сейчас все равно в яд падать потом. 100%. Хотя бы хоть посмотрим. О, тут тайная дверь, тем более. Здрасте. Шарик. Не ори. А как мне тебя убить-то? А я без кинжалов подошел. А я думаю, почему не умирает, а я без кинжалов подошел. Ай, больно. Ой-ой-ой, ты чё? Шелудивая псина. Кого кусать собрался? Так, тут все. Так, это тентакля какая-то растет. Странно. Так, тут ничего. Эта кучка не лутается. Зато тут есть потайная дверь. Потайная дверь. Ой, как лагает. FPS вернись. 26%. Даже не полезу. Подожди. Быстрее. Фух, у меня на последних издыханиях чары потратили. Так, и тут у нас еще сундук. Ну, давай посмотрим, что мы там за броню надыбали.
154. Причем с тремя камнями, это означает, что это очень хорошая вещь, потому что туда можно напихунить чего угодно. Так, ну ладно, здесь мы все нашли, что хотели. Там ничего нету. Тут это мы залутали. Походу там просто спуск вниз сейчас будет и все. Либо мы сможем выйти где-то в другом месте. Я желательно хотел бы выйти в другом месте, потому что там придется прыгать в кислоту. Вы видите? И мне даже не хватает силы его убить. Ты должен был догореть. Мы же договаривались. Так ты что делаешь? Вот сволочи. Покусали меня опять. Как у меня зелек много, слабых. Я просто не хочу хорошие на этих ушлепков тратить. Потому что смысл у них хороший тратить. Все равно маленькие зельки падают. Но они падают здесь, потому что мы в слабой локации, скажем так, бегаем. Ну, то есть для нас это, в принципе, слабая локация, и поэтому здесь слабый ресурс. Так. Да, все, мы круг сделали. Сейчас, типа, в яд прыгнем. Ну что, паркур про? Да. Именно так и будет. Так, ну что, давайте еще какой-нибудь квестик завершим и будем на этом заканчивать потихоньку. В принципе, сейчас посмотрим, какой там поближе есть, и есть ли он вообще. К сожалению, квесты, если люди находятся в домах, они не показываются. Да, то есть тебе нужно зайти в каждый дом, посмотреть каждый квест, и тогда ты сможешь увидеть квест. Но если ты не зайдешь в каждый дом, то ты не увидишь, что там есть квест. Что печально. Очень. Очень-очень печально. Так. Но на этой карте местности ничего. Я хочу вообще тэпнуться вот сюда, обратно. Сейчас объясню, зачем. Мы сейчас, скорее всего, по сюжету пойдем. То есть мы будем отсюда сваливать из этой локации. Потому что мы тут уже все выполнили. А, мне показалось. Я думал, здесь ящики лежат. Почему-то мне показалось именно ящики. Так, давайте смотреть, что у нас по заданиям. Да-да, я знаю. И броня у нас есть, новые расходники. Я знаю, задание. Это у нас как раз сюжетка. Встретиться с Агартом в Даллахе. А связаться нет. Вот, кстати. Где это у нас место? О, это... Ёб твою мать. Уровень 10+. Нифига себе. Это далеко нет. Фракции встретиться. Вернуться. Вот, давайте вернемся. Посмотрим, куда это нас ведут. Вот, смотрите-ка. Ну, квест сдадим, чё? Нет, так как да-да. Он рядом находится. Почему бы его не сдать? Так. Подожди. О, тут два сундука. Нифига себе, погнали. Сейчас вот этих дурачков размажем. Если они зеленые, то значит монстр не представляет опасности. Они, конечно, ее не представляют, но они пытаются. Да, молодцы. Чё, вообще ничего, что ли? Хотя бы жезл. Хотя бы жезл. Ой, они за мной типа побежали. А, это... Подожди, а почему? Вот, видите, опять, короче, тут лежат предметы. А мы как бы, они не должны тут лежать. Ну, то есть мы их залутали в тот раз. Да, фигня, согласен, но эта фигня стоит денег. Я сейчас, короче, еще вон туда зайду. Если там сейчас сундук открытый, точнее закрытый, это будет вообще печально. Ну, потому что... Да, смотрите, что за прикол. Они типа повторно открываются, это как вообще? Да, смотрите, сундук открытый. Что за прикол? Ну, 100% шанс. Я вообще не понимаю моменты этого. Вот реально, вот этих моментов я не понимаю. И че, где мои монетки? А, это логово этих контрабандистов. Мы как раз ворованные вещи им продадим. Кстати говоря, точно. О, на этом, в принципе, можно будет и закончить у них. Хотя они, скорее всего, еще пару квестов дадут. Потому что они такие себе.
Ну, квестов тут нет. Квестов тут нет, но тренера тут есть. Сейчас к тренерам подойдем, посмотрим. Подожди, в смысле? Магазин, да, продать. А, держи. Я зеленые вещи. Этот, как его? Это я все продаю. Кинжал я тоже продам. Короче, белый я продаю, а зеленый я разбираю. Так что фиолетовый я пока разбирать не могу. Поэтому только зеленый. Ну, тоже деньги у меня и так пока есть. 158 тысяч, да? Хоть жопой живи. Самоцвет бы еще скинуть, они место занимают. Так, погоди, давай тренеров подойдем. Не могу пройти мимо ящика. Привет. Ты меня торговле не хочешь учить. Ясно. Так. Серьезно, с третьего раза только попал по ящику? Ты что, серьезно? Нет, тоже не может нас обучать. Ну ладно. Значит, нужно, чтобы сколько-то времени прошло, чтобы мы обучить смогли. Серьезно? Я вот это не заметил? Да это не может такого быть. Странно. О, снято. Так, задание. Не значит тебе... Ух ты, ё-моё, получено зелье невидимости. 7000. Мы предлагаем тебя вступить в наше братство, в нашу гильдию. Все бродяги теперь твои... Твое племя, а ты член их племени. Ясно. Что мне украсть дальше? Это особое задание. Кражу одного из моего рода. Амитира, лорда охоты, падшего члена летнего двора. Все, что... так, все, ты можешь рассказать о задании, потом... Ага, молись у священную... Ага, и получи ее. А, ясно. Короче, о, еще квест. То есть я выполнил квест, и мне дали квест. Прикольно, давай пообщаемся. Что ж, от тебя веет удалью и куражом, бродяга. С чем тебе помочь? С ключами Дурина. Тюремные ключи, слишком много бродяг, заточен в кутузках. А коли там мне сидеть... Ага, ясно, короче. Хорошо, сделаю. Все. Короче, ему надо ключи таскать. Ты снова здесь? Короче, надо воровать ключи. Ключи от каждой тюрьмы. Вот, то есть здесь есть тюрьмы. Вот здесь вот одна есть, и там есть тюрьма. И надо, короче, ключ украсть, и потом ему принести этот ключ. Да, это я квесты помню. Эти квесты я помню. Сейчас со статуей перетрем. Так, и снова ты предстаешь передо мной. Тень, тебе удалось доказать свою надежность на прошлом задании. Укради сапоги Буру у Амитира, лорда охоты, бывшего члена. Ага. Где мне их найти? Где мне их найти? А так, о лорде охоты давно не было вестей, когда я разглядываю судьбу его, вижу лишь что-то там. Путь его к сапогам лежит через нее, найди ее вши. Ага, окей. Давай пойдем, что у нас? Охота. Ну, сейчас, наверное, завершим его быстро, квест. Ничего, прийти, украсть сапоги и свалить. Убивать его не надо, поэтому просто сапоги украдем. Типа, она наверху сидит. Ну ладно, пойдем наверх сходим. Нам не привыкать бегать. Тем более бежать. Ну вот, как видите, заданий много, и они повторятся. Ну, то есть не повторятся, а ну, все эльфы, которые заюзаны, их как раз юзают. Приветствую тебя, бродяга. Я надеюсь... повстречать в лесу кого-нибудь из твоего рода. Ты хочешь ограбить лорда? Я сама бы не прочь забрать сапоги у своего хозяина, но у меня их нет. Могу только сказать где они. И где мне их искать? Чтобы их найти, тебе нужно отыскать Амитайра, лорда охоты, о ком я возвещаю, но речь идет не просто о владельце и его вещи. Лорд охоты заперся в Ардуате, потому что... Ага. Можно ли его как-то спасти? Нет, как бы я желал хозяина исцелить, проклятие слишком сильное. Он и сам желал бы смерти, ибо опал так низко. А, но смерть его несет благом, ведь он когда-нибудь воскреснет. А, вернуться охоты, все ясно. Предупредить тебя выскивать Ардуата, найдешь свою погибель. А, но коли должно тебе... Ага, короче, я сдохну, если пойду искать его.
Это что, отправиться? А, ну так легко, без проблем, чё. Сейчас быстренько. Я думаю, там дело на 5 минут. О, это пещера со скрина, куда мы должны были сбегать. Ардуат. Блин, опять эльфа, да ё-моё. Это телепортирующийся босс? Кто здесь? Это место запечатано чужакам. Уходи, пока я не пролил твою кровь. Слишком поздно. Голод растет, разрывает меня изнутри. Я должен охотиться. Я загоню тебя смертный, пока не обессилишь. Они моя благодать, и они требуют жертвы. А теперь войди в мое логово, смертный, пора утолить мой голод. Короче, он будет, наверное... Ну, раз он не тэпается, значит... Да, его убить надо. Значит... Так, карта местности. Стоп, это вся локация, что ли? Ой-ой-ой. Are you enjoying the hunt yet? Why don't we go deeper into my domain? Я вспомнил, короче, это прикол. Это босс, который будет тэпаться. Это мы отсюда выйдем. Короче, надо за ним бежать. Карта, видите, исчезла. И мы ее... А, ну мы ее можем открыть. Вот, короче, надо за ним бежать просто и все. Да, он тут кучу народу положил. Надо его по-любому грохнуть. Он будет... Ну, мы ему урон наносим, он телепортируется от нас. Короче, он постоянно будет тэпаться. Так, надо... Я вообще предмет не хочу пропускать. Короче, просто бежать и валить его. Все, ничего сложного. Вообще ничего сложного. Народу он, конечно, положил дофига. Даже очень дофига. Так, стоп. О, а ты здесь все еще? Так. Ну, появляйся, что-то. В смысле, у меня мана кончилась? Сейчас мы наберем вот эту мощь. Блин, где ты? А, он дальше тэпается? Дальше нас ведет, сволочь. Ну, сильный противник, я ничего не скажу. Так, здесь цветок, который меня сожрет. Я могу дверь открыть? А, короче, пока мы его не вынесем, я двери не открою. Мы вроде даже сундук не сможем сейчас открыть. 26%. Как нам сейчас повезло с 26%, это, блин, офигеть. Я просто не хочу сюда возвращаться. Там ловушки, тут ловушки — это яд. То есть нам, мы не соберем там ничего интересного, но может там сундук будет какой-нибудь. I will enjoy your death. Все, пока. Искал пока. В смысле, охота началась, я только что тебя убил. Подожди, что за прикол? Он не должен меня убить. В смысле? Какого хрена он меня убивает? I will flay you, skin from flesh from bone. Но он мертв. I will flay you, skin from flesh from... Чё за прикол? Может, его чем-то надо убить? Подожди, давайте задание посмотрим. Так, я прибыл, так и должен найти способ убить, который пробил сапоги и превратили в... Ага, да, и полную невидимость. Я должен убить его, чтобы заполучить сапоги. Так я убил его уже. Чё, задание глюкнуло?
задание. Походу задание глюкнуло, смотрите. Он мертв. Ну ты мертв уже. Че за прикол-то? Вот это глюк прикольный вообще. Может тебе надо... Ты должен сдохнуть. Он сдох уже, все. Чё за прикол? И все, типа, я... Теперь я... Ладно, давайте я сдох. Ну а чё толк? Ты даже попасть по мне не можешь. Ну смотрите, квест слился. Я сейчас сдохну просто от яда. Все, я сдох. Ну а чё толку? Я не могу его убить. Грёбаные глюки. Вообще не прикольно. По идее, последнее сохранение должно было быть перед входом в пещеру. Даже так. В общем, ладно, мы туда сбегаем в следующей серии. Если, короче, не прокатит, то мы просто забиваем на это и все. Ну, квест. Потому что нахрен мне глючный квест выполнять, да? Я все равно выполнить не могу. Ну что ж, на этом будем заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артем. Всем пока.